Во вторник, 13 июля, Тверь с рабочим визитом посетил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Вместе с губернатором Игорем Рудени премьер-министр страны посетил Тверской вагоностроительный завод, а также познакомился с работой промышленного технопарка КСК. Все подробности у Никиты Васильева. Рабочий день председателя правительства страны Михаила Мишустина в Твери начался с посещения Тверского вагоностроительного завода. Здесь премьер-министр, губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник президента России Владимир Васильев, а также министр транспорта РФ Виталий Савельев и другие высокопоставленные гости ознакомились с работой предприятия. Михаилу Мишустину и Игорю Рудени были представлены современные разработки ТВЗ, в том числе электропоезд новой модификации «Иволга 3.0», который в настоящее время проходит испытания. Это уникальный городской поезд, который может быстро разгоняться до 160 км в час и быстро останавливаться. В нем созданы новые интерьерные решения и дополнительное количество сидячих мест для пассажиров. Также продемонстрированы новые одно- и двухэтажные вагоны, вагоны для египетских железных дорог, образцы перспективных разработок, вагоны метро и другая продукция предприятия. Как было отмечено в ходе визита, ежегодно ТВЗ выпускает новую линейку продукции. При производстве вагонов внедряются современные цифровые технологии. Михаил Мишустин подчеркнул, необходимо делать акцент также на отечественных цифровых разработках, в том числе и в части использования микроэлектроники. Еще одной точкой рабочей поездки стал промышленный технопарк КСК. Проект стартовал в 2018 году. В конце 2020 года здесь открыта первая очередь производства. Сегодня на площадке работают 11 предприятий, в которых трудится около 1000 человек. Эти организации специализируются на выпуске комплектующих для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов и вагонов метро. Основными потребителями продукции резидентов технопарка выступают предприятия, входящие в состав акционерного общества «Трансмашхолдинг». В течение 2021 года промтехнопарк КСК будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В планах дальнейшее расширение. Проект «Промтехнопарк» реализуется более 2 лет. За это время мы закончили подготовку основных производственных площадей, завершаем в этом году работу с офисными помещениями и инфраструктурой, и количество резидентов будет постоянно увеличиваться, мощности промпарка будут постоянно расти. Целевая численность промтехнопарка – более 3000 рабочих мест к 2024 году. В числе площадок, которые осмотрел Михаил Мишустин, был стенд, посвященный работе транспорта Верхневолжья. Новая модель пассажирских перевозок была запущена в Тверской агломерации в начале прошлого года. А в этом году автобусы начали курсировать в таких городах, как Ржев, Зубцов, Старица и других. Как отметил председатель правительства, на сегодняшний день это отличный пример того, что позволяет сделать цифровая система управления городским транспортом. Удобство и понятное расписание, подчеркнул премьер-министр. Председателю правительства также рассказали о следующем этапе развития транспортной системы, возобновлении трамвайного движения в Твери. Сейчас Министерство транспорта Тверской области активно работает над тем, чтобы в первую очередь восстановить работу 2 наиболее значимых и востребованных трамвайных маршрутов номер 5 и номер 11.